рассада томата «Розовые щечки» может быть применена как для обычного огородного участка, так и для маленького фермерского подворья. Этот сорт семян чувствителен к перепадам температуры воздуха, поэтому пригоден только для выращивания в парнике. Растение характеризуется следующими критериями. Первые плоды можно снять через 3,5 месяца после первых всходов. Листья средние, светло-зеленые. Имеет простое соцветие. Плоды вырастают округлые, слегка приплюснутые с небольшой ребристостью. Спелые помидоры красивого розового цвета массой до 260 граммов. Причем они очень вкусные и сочные. Томат обыкновенный, розовые щечки это травянистые. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.